Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Скабєєвій тривожно. Злість зриває на Шойгу, точніше, його зливає. Соловьев закатал скандал, его там гость вруном назвал. Киасаян почему-то Путина с имитаторами сравнивать начал. Жена его возмущена, что недозаслуженный он. В семье Кадырова новый министр. И моє улюблене в цьому випуску – російський поп дає рецепти, як отруїти старого чоловіка. Мене Олена Цантила звуть. Погнали. Не надо лгать. Ви пожалуйста. Что? Лгать не надо. Никаких оценок каждому, кто... Я боюсь, нам с вами придется расстаться. Перший пішов, прорвало. Гноїлось, наривало, і от прорвало. В прямому ефірі Соловйова його ж кишеньковий експерт студійний звинуватив у брехні. А Соловйов що? Соловйовське ніщо. Пугать, виганять, судами пугать. Півтори хвилини лайки, два великих дядьки, які на брехнях бабло рублять. Одне одного в брехнях тих самих і звинувачують. Виталий Анатольевич, когда заканчивается передача, вы раздаете оценку каждому говорящему. Когда вы это? Забываете. Вы лжете. Когда я это делал? Виталий Анатольевич, ну вы выбирайте выражение. Выбирайте. Как, вы что сейчас Виталий сказали? Виталий Анатольевич, кому я раздаю оценку? Я высказываю мнение по поводу того, что сказали. Вы, пожалуйста, успокойтесь. А не оценку. Виталий Анатольевич, вы, пожалуйста, не надо Виталий лгать. Виталий, вы, пожалуйста, что? Лгать не надо. Никаких оценок каждому, кто... Я боюсь, нам с вами придется расстаться. Ну, ради бога. Если вы имеете наглость обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Анатольевич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня во лжи. Я прошу вас, а, успокоиться, и, б, забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной так говорить. Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А потому что обвинять меня во лжи, извините, не позволительно никому. Почему это? Когда вы потому прямо что, сказали Виталий неправду Виталий потому сейчас. Что дальше это будет суд. Ну, это ужасно. Потому что это, на самом деле, да, не судебный. Надо меня пугать. А я вас вообще не пугаю. Связи меня всего хорошего. Да. Чем здесь связи? Отак хоба, и на одного меньше эксперта в студии. А решта что? Языки проковтнули. Ну а что? Это ж они смельчаки. И справедливости ради, я с вами не согласен, и вы выступили плохо. Это сильно разные вещи. Вся суть у деталях, точніше, винні в усьому деталі. І суть не в гелікоптері іранського президента, який грохнувся, бо деталей не було, санкції ж бо. А суть, що вони плюють в очі людям і кажуть, що то роса. Причому з іноземним акцентом. Соловйов лажанулся так, що це вже точно претендують в топи 2024 года. А года-то ще ого-го. Так от, рубрика «Головне не заржати». А він реально на серйозних щах розповідає, хто ж влаштував авіакатастрофу в Ірані. Коли ми говорили о вчорашній трагедії, сьогодні неожиданно французький канал видав таке. Группа «Хамас», высказывающаяся в Телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом Моссада. Он даже называет имя «Эли Копта». Правда это или нет, но, конечно, все это часть тех слухов, которые ходят. Это политический аналитик Даниэль Хаик на французском канале 24 News. Звісно, можно подумать, что это жарт таки «Еликоптер». Елікоптер. Як там французькою гелікоптер, а англійською? Гелікоптер, тобто гелікоптер для російсько-щелепних і тих, хто російською лише розуміє, вертольот. Експерти-шмексперти. Так, власне, можна продовжити синонімічний ряд. Окупантів на українських землях ліквідовують братья пуля – мед і міна – мед. Все б нічого, но Соловьевське лицо із режима кирпич так і не вийшло. Оце носій мутованих хромосом коментує слова британського міністра оборони. Этот шарпей недобитый управляет, но он будет шарпеем со временем. Экзистенциальный, конечно. Да. То есть он борется за то, чтобы продолжал существовать колониальный британский мир. То есть это же удивительно, такое признание. Ну, конечно, абсолютно. То есть он управляет миром. То есть вот этот кусок дерьма британский нами управляет, что ли?
кто его уполномочил нами управлять? С чего себя возомнил этот потомок людей без подбородков, что он может нами управлять? Это откуда взялось? Откуда взялось это терпение слушать набор истерик неадекватов по всім каналам? Ну, це мене цікавить більше. Але виключено з клінічної позиції. Тут ще одну порцію припадків підвезли про прес-секретаря Білого дому. Кремль прервал это сотрудничество. Дайте ему уже селедку, заткните. Ну посмотрите, ну это же какое-то чудовище. Безумное, безграмотное, не способное ничего сформулировать, не понимающее, что он пытается сказать. И что воно за зоопарк вижається Соловьову? Шарпей, пингвин? Закінчились? Ну, пігулки закінчились? Чи це вже свої? Санкції не работают, наши даже лучше в ход пошли. Тогда всем Соловьёва-почитателям следует обеспокоиться. Беда с аналогом Нетием достигла таких масштабов, что в курсе даже сам Мишустин. Наконец, премьер заметил, что вместо автомобилестроения на Москве осталась комбинация фигурная из трех пальцев и ключ гаечный. И той не made in Russia. Друзья, я все понимаю, однако. У вас где сейчас сделан руль конкретно? Кто? Руль. Руль, да, но на самом деле это же только начало. Вы слышите ответ? Руль пока китайский. Точнее, не руль, а все три модели, которые за Made in Russia выдают, в Китае давно штампуют вовсю. Ой, крали, перекрали и ще забули, де поклали. Той момент, коли їхня народна забава з ними жартик злий зіграла. А що у них? В Рашки без руля, кто у них там у руля? Второй, ну или какой там, пошел? Вадим Шамарин хуис. Зам Герасимова пока еще, который из... Взяли этого Шамарина за барки снова на взятки. А він що? Мав зв'язок забезпечувати окупантський на фронтах. У пропагандистів у ротах традиційне так і знали, тільки нікому не казали. Вони усі там прекрасно собі шарять. Шойгу, все, закінчився. І як пішли ритуальні танці танцювати? Гойда чи ще ні? Оказывается, это все из-за Кужугетча. Все он не досмотрел, не доглядел и не дотрогал. Знаете, ведь когда началась специальная военная операция, вот мы с вами в этой студии, сколько раз мы говорили, что а как же так? А вот это изделие, которое нам показывали на параде Победы, на Красной Очевидно, площади. Именно это он и имел в виду. Конечно. А как же беспилотники, которые беспилотники, нам демонстрировали? Да? Где Потом, они? Когда началась... Казалось, их три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это выделялись огромные государственные, народные деньги. Вот задача Белоусова сделать так, чтобы если что-то там делается, мы понимали, как это летает и как это стреляет. Соромно вас питаю, это они там духи Пригожина вызывали? Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? У Шойгу зять ходит, булками трясет, ну, имеется в виду, ягодицами, да? А дочка открывает форты кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? Да и боеприпасы, потрать. Так это отрабатывают главарю наемников экзорцисты черноротые или от кого другого задание получили? Ну, потому что пулеметом Шойгу красавчик, тем же ротом роки, сколько там, 12? 12 все строчили. И сноска о Белоусове. У него, как оказалось, рыльце, ой, усы в кустах, итальянских. Відшукали виллу Виталии, элитную нерухомість в Москве и рахунок в Мальтийскому банку. Но все его да не его. Мастера схематоза писали и переписали все на кого-то, а теперь этого кого-то делают вид, что не знают. Но мы-то ничего не забываем. Серьезно. Так что это, походу, ус у Белоусова отклеился. Хотя, с того роя выбрали царя и царенка, а точнейше министренка. Сына Кадырова призначила министром спорту. Ну, але не того, про якого ви подумали. Сына маю на увазі. Кадыров Ахмат Рамзанович переходит на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Не Адама. Тому поки 16. Ну, перебор. А цьому нормасик вимахав кабасик до 18 і хоче трохи поміністрити. Ну, 18 не уже стукнуло. О как, еще и не так? 9 из 23 мест в правительстве Чечни уже просиживают кадыровские родственники. От воно, С семейні цінності. Ну, стоит признать, что в России все же это те традиция семейные ценности в ранг возводить, холить или леять. Есть нюансик, правда.
в объемах и лохматостях тех самых ценностей. Вот единороссы акцию уткизацию придумали, чтобы охотники отдавали дичь семьям погибших на СВО. Уток. Дичь. За батю или муженька. Так, друзья, тоже присоединяйтесь. Морозильник стоит в здании из Уфу к Фене на первом этаже. Вот первой партии уток. 15 штук. Ну и дичь. Давать дичь в пакетах. Но они в этой дичи существуют и смелых, да и просто адекватных сильно мало, если не единица. Мне 82-й год. Но смотреть на то, во что превращается наша страна, я не могу. Нас сейчас ненавидит весь мир только из-за этого, простите, упыря. Путин – это война. Без войны он не удержится у власти. Путин – это воровство сплошное, это коррупция. Я написал в письме: хватит Путин брать, воровать, воевать. Безумовно, слова підтримки, чи що ви хочете написати цій прекрасній пані, а он що? Ото, їм правда нравиться. Вам правда ж подходить? Ведь если не подходит, то люди меняют обстоятельства, жизнь страну, правительство, Путіна. А ви що? Киваєте грівами, покірно хизуєтесь могилами, масово відправляєте тих, хто вам там і на ніготь не здався. Сюди. Тьфу. Історія не теорія, як мужика прооперувати должны були, но должны були прооперувати рот в прямому смислі слова, а відправили на фронт. Було тяжелое ранение, челюсть роздроблена була. Ну, как бы восстановился. Восстановили, да? Ну, должны были бы еще делать операцию, но почему-то назад забрали. От чего ж почему-то? Вам же четко сказали, в госпитале много всяких раненых россиянских не годится. И вообще, что это лечиться вздумали? Может, еще протезы, чтобы соседи не бесили? Вот история, пожалуйста, во Владивостоке. Оккупанту сломали руку, потому что он громко брямкал протезом ноги. Герои, которых они заслужили. И что заслужили, то и положили героям. Это вам, конечно, не утки, дичь, але інша дуже сльозлива окупантская история. Пацаны, как позвонили сегодня. Все один, потом другой. Рассказывают, истории, свои, как на них, смотрят мирняк, не понимает их. Да форму одеть, стесняются, потому что на них будут смотреть. Один придурок 20-летний подошел к мужику в магазине, у него два креста раки, говорит, георгиевских, смотрит на него, смотрит. Тот не выдержал, повернулся. Че, говорит, на меня так смотришь, что тебе от меня надо? Он говорит, да вы же, говорит, убийца. Мне так, говорит, хотелось, говорит, вырвать, говорит, его кадык, говорит, положить, говорит, сказать, пробейте, пожалуйста. Ой, неужели? Приятно-то как, скажите? Можно смело открывать рубрику «Приветиков» тем, кто смел сказать такое. И мы открываем комменты ваши. Не соромимось, панове, и повз теж не проходимо. Вы знаете, для нас це важливо, для вас це важливо, для Ютуба теж. Так він вирішує це показувати більшій чи меншій кількості людей. Але я щиро переконана, що оце має побачити якомога більше людей з мозком. Кодло Катріарха Піріла, він же Гундя. Відкривають рубрику добрих рецептів. Условия задачі. Пришла к папу женщина, кается, говорит: батюшка, муж подвешивать стал на старости лет. И вот, держите их ответ. Из моей практики. Она пришла мне и поведала следующую историю, что муж, с которым она прожила там, ну, более 40 лет, он состарился, он шаркает ногами, когда ходит по комнате, он раздражает ее тем, что оставляет где-то вещи, там еще что-то. Что мне делать? Просила она меня. И сказал: убейте его. Что сказали? Я сказал ей: убейте его. Так. А говорит, как? Ну, очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну, никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо изогнется. Мышьяк, чтоб не шаркал, не шмаркал и не бесил. Вы прослушали православный вестник Московского патриархата. Вот что еще вам надо, чтобы понять, что они хуже чертей? Вони гниль заселяють у мізки тим, хто вважає себе їхніми рускоскрепцями і прихожанами.
і ця гниль проростає буйним цвітом. А далі? Ну, власне, прошу, що далі? З Кіосаяна вона випадає. Випліснулася з Кіосаяна заслуженого діятеля іскусств. Я не пошутила. Эту дичь несет он в масы. Одна встреча с Путиным заменяет курс сопромата. Приближают и введут. Очень напоминает инструкцию к фалоимитатору. Получив первую пенсию, проститутки поймут, что так их еще никто не имел. С другой стороны, теперь на все претензии мужикам можно будет со всей ответственностью заявлять, что не изменял. Нет. Просто по мере физических сил и финансовых возможностей поддерживал малое предпринимательство. Как вам? И это винегрет? Или Путина фалоимитатора, или сопромата, или проституток ретранслирует заслуженный прослуженный деятель. Ну, искусств. Нехай пробачать мене боги від давніх до нинішніх, які мистецтвом опікуються. Мало заслужене. Не дозаслужив. І за всіх тут б'ється сіл, а біжене Симонян М. Макаревич – народний артист. Да. Макаревич – лауреат всіх премій. А мой муж, наприклад, навіть не заслужений. Ну, ми двоє з твоїм мужем отождествляємо обіжених і оскорблених. Природи і обділених теж всім, чим могли наділити обділілі. Нація – обділяція. Самі своїм не можуть дати раду, но чужого постоянно надо. Тепер, хоча вже давно, але ніяк не взлітає воно, космічні кораблі. Як там у класика бороздять простори Большого театра. Ну, поки больших пропаганда-шоу. Космічна Одіссея. Для Запада трагедія в тому, що Росія і Китай, дескать, усилюється с точки зрения своих возможностей в космосе, а монополия должна быть только у Соединенных Штатов. Поэтому наши запуски, они угрожают миру. Если верить сообщениям Пентагона, от нас подтверждений нет, но если им верить, то Россия вывела на околоземную орбиту спутник, который сможет атаковать другие спутники. То есть Россия запустила противокосмическое оружие. На этой же орбите находятся американские правительственные космические аппараты. Россия вывела свой аппарат по данным из США 16 мая. Ранее в США говорили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие, которое будет представлять опасность для правительственных спутников. Путин такие утверждения называл вбросом. А, ну раз Путин сказал, а Скобеева повторила, то вбросы. Отбросы скорее. Но в методичке написано «интонации успокаивающие, нетревожные». Но это же невозможно. Поглядите на Скобееву. Тревожно, женщине, тревожно. Тревожно все это. Тревожно параллельно наши ядерные учения. Что называется расширение границ возможного. Если раньше они исходили из того, что Украина должна обороняться, далее они рассуждали на тему того, что Украина должна атаковать, но только в пределах своих территорий и территорий, которые международное сообщество не считает Россией. И вот теперь они предлагают атаковать в том числе стратегические объекты на территории Большой Российской Федерации для того, чтобы отодвинуть врага. Почему это не война России и НАТО, не до конца понятно, но те отрицают. Тут что проси, что не проси, все ясно. Дотягнемося до кожного одоробла. В кожну студію, хатинку, бункер зазирнемо під перинку. І байка, що там по зброї? Вони вже в курсі. Тому тренують зрачки та й інші частини тіла реагувати оперативно і триматися пристойно. Хоча в них пристойно не вийде. Вони вже чекають. А ми що? Ми скоро? Серйозно?